Қайырлы күн. Мен Ғалия Ғаббасқызы Жылқыбаева. Ақмола облысы санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің басшы орынбасары. Бүгінгі күннің тақырыбы мемлекеттік қызмет көрсету. Добрый день. Сегодняшняя тема прямого эфира – оказание государственных услуг. Я заместитель руководителя департамента санэпидконтроля Акмолинской области Шылкибаева Галия Габбасовна. Так, департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области и его территориальными управлениями в соответствии с приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года за номером ДСМ-336-2020 о некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санэпидблагополучия населения оказываются 4 вида государственных услуг, такие как выдача санэпидзаключения о соответствии проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам на новые виды сырья и продукции нормативным правовым актом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Срок оказания данной государственной услуги – 10 рабочих дней. Вторая государственная услуга – это выдача санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемиологической значимости нормативным правовым актом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Также срок оказания государственной услуги – 10 рабочих дней. Далее, присвоение учетных номеров объектам производства пищевой продукции, подлежащим государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Срок оказания данной государственной услуги – 5 рабочих дней. И последняя государственная услуга – это выдача разрешения на работу с микроорганизмами первой и четвертой группы патогенности гельминтами. Срок оказания государственной услуги также 10 рабочих дней. Следует отметить, что все государственные услуги оказываются на бесплатной основе посредством веб-портала «Электронное правительство». Хотелось бы остановиться на каждом отдельно. Это вот первая государственная услуга, которая выдача санитарно-эпидемиологического заключения в соответствии проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам на новые виды сырья и продукции нормативным правовым актом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Услугодателем является Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения и его территориальное подразделение. Услугополучатели – это физические и юридические лица. Способы предоставления данной услуги – через веб-портал электронного правительства egov.kz. Срок оказания – 10 коллег на бесплатной основе. Далее, выдача санэпидзаключения о соответствии объекта высокой эпидемиологической значимости нормативным правовым актом в сфере санэпидблагополучия населения. Также услугодателем является Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения и его территориальные подразделения. Способы предоставления государственной услуги также через веб-портал электронного. Так, основание, перечень
документов необходимых, заявление в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью услугополучателя, электронная копия протоколов исследований, проведенная аккредитованными лабораториями в соответствии с лабораторно-инструментальными исследованиями, необходимыми для получения санэпидзаключения. Также основаниями для отказа установления недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения госуслуги данных сведений, содержащихся в них. И второе – это несоответствие предъявляемых данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги требованиям, установленным нормативно-правовыми актами в сфере санэпидблагополучия населения. Также хочу остановиться на государственной услуге – это присвоение учетного номера объекту производства пищевой продукции, подлежащего государственному контролю и надзору в сфере санэпидблагополучия населения. Срок оказания государственной услуги – 5 рабочих дней. Способы оказания госуслуги через веб-портал электронного правительства. Перечень документов – это заявление в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП-получателя, услугополучателя, согласно приложению 5 настоящих правил. Электронная копия перечня производимой пищевой продукции. Сведения о санитарно-эпидемиологическом заключении о соответствии объекта государственного санэпиднадзора нормативно-правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз электронного правительства. Основаниями для отказа является установление недостоверности документов, предоставленных услугополучателем. Второе – это несоответствие представленного объекта требованиям, установленным нормативно-правовыми актами в сфере санэпидблагополучия населения и гигиеническими нормативами. Выдача разрешения на работу с микроорганизмами первой и четвертой группы патогенности и гельминтами. Услугополучатели – это юридические лица. Государственная услуга оказывается на бесплатной основе. Результат оказания государственной услуги – это разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги. Срок оказания государственной услуги – 10 рабочих дней. Департамент и его территориальное управление оказывают государственные услуги на бесплатной основе, исключительно в электронном формате посредством информационной системы «Государственная база», Е-лицензирование, база данных. В рамках оптимизации государственных услуг и снижения административных барьеров для бизнеса на постоянной основе ведется работа по внесению дополнений в стандарты и регламенты государственных услуг в части их совершенствования и гармонизации. Так, проведена работа по уменьшению сроков оказания государственных услуг. В настоящее время самая продолжительная услуга составляет 10 рабочих дней вместо 15 рабочих дней в 2015 году, к примеру. Для обеспечения оказания государственных услуг в государственном органе выполнены все требования согласно законодательству. Имеется в наличии информационный стенд со стандартами государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и перечнем необходимых документов и образцами форм и заполнения. Так, немного остановимся на статистике. За истекший период департаментом и его территориальными подразделениями было рассмотрено 468 заявлений. Из них по 312, что составляет 66,7%, выданы разрешительные документы. И по 156 заявлениям, 33,3%, направлены мотивированные отказы. Основной причиной отказов является несоответствие объекта либо предоставленных данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным нормативно-правовыми актами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Также на постоянной основе ведется контроль за соблюдением требований нормативно-правовых актов по оказанию государственных услуг и сроков рассмотрения заявлений. В этой связи ежедневно департаментом ведется мониторинг по территориальным управлениям, которые осуществляют оказание государственных услуг. В
целях профилактики коррупции и соблюдения требований антикоррупционного законодательства на постоянной основе проводится разъяснительная работа. Так, за истекший период текущего года департаментом и его территориальными управлениями проведено 144 разъяснительных мероприятий по повышению качества оказания государственных услуг, в том числе 3 публикации в СМИ, 2 круглых стола, 41 публикация на страницах социальных сетей Facebook, Instagram и 98 другие формы работ. Охват населения составил более 32 тысяч человек. Дополнительно для специалистов департамента и территориальных управлений проводится обучающий семинар по стандарту государственных услуг. Также следует отметить, что фактов нарушения сроков оказания государственных услуг в текущем году в департаменте и его территориальных управлениях не установлено. Хочу отметить, что по всем возникающим вопросам оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения также можете обращаться за консультацией по адресу город Кокшетау, улица Кенесары 14А, либо по месту нахождения объектов территориальное управление санитарно-эпидемиологического контроля. Телефон доверия опубликован на сайте департамента. Телефоны доверия департамента и его территориальных подразделений. Также можете посредством информационных систем направлять свои электронные письма. Мы всегда открыты. Разъяснительную работу как по телефону, да, телефонной связи, так и во всех информационных сетях, то есть Facebook, Instagram. Можете задавать свои актуальные вопросы. Специалистами будут вам направлены полные исчерпывающие ответы. Если есть вопросы, пожалуйста. Ну, если у вас нет вопросов, благодарю за участие. Всего доброго, до свидания.